Итак, ладно, ребят, всем привет, добро пожаловать. Ну и продолжаем проходить Нир Репликан. Итак, вчера мы прошли квест с Попол и Делой, где они в конце нам спели. Это было, конечно, прекрасно. По сюжету мы остановились на том, что должны помочь братьям, которые находятся на горе роботов. Нам нужно отправиться, собственно, в гору и поискать их мать, которая туда отправилась и до сих пор не вернулась. Ну, собственно, перед тем, как этим заняться, тут надо сдать квест с тюльпанами, кстати. И потом пойдем. Конничива. Я купил луковицы тюльпанов. Большое спасибо. Вот. Это за луковицы. И за вашу помощь. 500 золотых. И здравствуй, Фуму, здравствуй. Стас, привет, привет, ребят, всем еще раз. О! Вы можете воспользоваться полем. Выращивание. Когда вы находитесь на поле в огороде дома Нира, вы можете там посадить семена, которые у вас есть. Семена будут расти с течением времени. И в конце концов вы сможете собрать урожай. Ну окей, квест пройден. О, у нее еще квест есть. А, я забыла кое-что важное. Я собиралась попросить еще тебя достать мне немного удобрений. Когда снова будешь в прибережном городе, не мог бы ты достать мне 3 экземпляра удобрения? Вы издеваетесь? Ладно. Я понял. Я обязательно куплю. Так, ну ладно. Когда мы там будем, тогда я обязательно купим удобрение. Напомните. Так, ну, собственно, вот. Тут у нас кусочек земли, который мы можем использовать. Ну что, ребят, веселая ферма. Погнали. Так, у нас, собственно, опции. Посадить, удобрение использовать или ничего не сделать. Ну, посадить. Так, у нас есть семена фасоли. Тыквенные семена. Что у нас? Ой, как же эта хрень называется? Короче, семена чего-то там. Я не знаю, как они правильно называются. Чего-то. Так, рисовые саженцы. Дальше у нас луковица Георгина. Не. Луковица Рейзи. Семена лунного цветка красный, желтый и синий. Так, ну, чё посадим? А давайте рис. Здравствуй, Нуар. Жаль, что удобрений нету, чтобы больше урожая было. Еще тыкву посадил. И давайте вот цветы красные. Здравствуй, Нянзо. Темпрес, здравствуй. Добро пожаловать. Так, ну все, ребят. Вот наш маленький огородик. Мы посадили тут, что смогли. Ну все. Главное теперь не забывать собирать урожай. Ну и само собой, поливать надо.
Я знаю, что это выглядит странно, то, как поливается здесь урожай. Это выглядит очень странно. Откуда у него эта вода из руки? Ну, ладно. Интересно, вот посмотрим. Тоже интересно, как будет в версии 1.22. Я не буду называть все полное количество цифр. Для краткости 1.22 или можно 1.5. Так, ну все. Погнали по сюжету дальше. Страдали фигней и хватит. Это магия. Ну, кстати, да. Ну, если это была бы магия, то это должен был быть Широ, из него как-то должна была литься вода. Не? Иди. Мелочь. Аж возле деревни. Так, что там? Так, в новой версии лейку добавили, пишут в чате. Ну, там был недавно шуточный трейлер на 1 апреля. Но я вот не обратил внимания на это. Поливал он там... чем? Трава нам не нужна. Уже все на максимум. Прежде чем все-таки войдем в данж, давайте засейвимся тут недалеко. На всякий случай, то всякое бывает. И да, насколько заметили, я использую 3 слота для сейвов. Это максимум количество слотов, во-первых. Во-вторых, я сохраняюсь каждый раз в разные, на всякий случай. Вдруг что-нибудь пропустится. Или что-то случится и придется загружать старый сейв. Бывали случаи с другими играми. Так, что у тебя там, Фума? А, кстати, да. Момент из очень страшного кино. Так, посмотрим. Их мама ушла вглубь горы роботов. Странно. Почему ты так начал сочувствовать этим братьям? Мы с сестрой тоже знаем, что такое быть одинокими без матери. Ну что ж, погнали. Так, звук, надеюсь, нормально, если играть слишком тихо и громко и говорите. Отлично. Звук норм. Окей. Давай, толкай.
Так, нам нужно к лифту. Лифт вроде в этой стороне. Так, и спуститься. Отлично, всех троих одним ударом. Нравится мне это. Что тут, ничего? Серьезно? Значит, нам не сюда. Привет, Вилдин. Вон там еще вроде один лифт. Должен быть чуть дальше. Бежать. Что пропустил? Ты пропустил, да. Как мы занимались огородом. Эти роботы из себя никакой угрозы не представляют. Просто бей их кулаком один раз и жди, чтобы взорвались чуть подальше. Так, окей, нет, тут лифта нету. Точно, там же есть еще один. Я забыл про него. Спасибо, что напомнил. Леший. Мне казалось, что он чуть дальше. Салар, тебе казалось. Это нормально. Вот тут есть еще проход, который нас как раз ведет к нужному лифту. А вот он. Рейзер, здорово. Так. Хотя, стоп, ты вроде здесь был.
Ну, лишний раз поздороваться не проблема. Вот, теперь мы вправим, да. Давай, взрывайся. Ребят, полегче, чё вы тут? Прямо все собрались. Отлично. Так, ну туда нас не пустят. Господи, это момент еще с бомбочками. Так, давай. Так, ну там подсказка, как взять и как бросить. Ну, эти мелочи я буду быстро пролистывать. Только важные туториалы. Нажми кнопку кружок, чтобы взять, как бы, ну это, да. Привет, Пума. Ну что, ребят, покатаемся. Пытаюсь отбиваться мечом, чтобы накопилась мана, и потом уже использовать ее. Использовать удары магические, что более эффективные. Отлично. Привет, стратег. Добро пожаловать. Отлично. Так, ускоримся. Ребята.
Так, а вот и бомбочка. Возьмем эту. Так, и следующая. Зато бомба попала. Так, стоп, а тут не по идее. Должно. Или не должно. Вот так. Не, нужно было у ворот использовать. Ты действительно в это веришь? Я задаюсь вопросом, действительно ли их мать зашла так далеко здесь? Ты действительно веришь в то, что она в одиночку ищет материалы здесь? Целую неделю и не возвращается. Ты действительно так думаешь? Я предполагаю, что их мать уже того. Она жива. Если ты не будешь верить, чудо не случится. Чудо, да? Отлично. Ну, ребята, а вы как думаете? Ну, те, кто не знает, само собой, те, кто знают, молчите. Что с их матерью? Жива она или нет? Учитывая, что неделя прошла. О, приехали. Нарушитель обнаружен. Активация системы защиты. Трудно понять этого робота. Это очень тревожно. Это место, где нет людей и остались только машины. Что это такое? Ну что ж, ребят, битва с боссом. Эта машина сломалась. Чувствую, будет тяжело. Так. Ай-яй-яй. Фак! Осторожнее, что тебя окружает. Так. Ты, машина, смеешь противостоять мне, идти против меня, говорит Широ. Ну и ГГ ему отвечает. Осторожнее, Широ. Так, я буду ставить паузы иногда во время диалогов. Ай! Так, все. Магия, накапливайся. Есть.
Осторожно, чтобы не раздавило. Беги, я понял. Капитан Очевидность. Что? Готово. Что-то еще вышло, походу, на помощи. Если мы не избавимся от мелких сошек, похоже, мы далеко не сможем продвинуться. Ну, спасибо, капитан, очевидность. Ай. Где ГГ? А, вон он. Отлично. Так, готово. Так, что-то вышло. О, да. Большой. Ух, прекрасно. Так, ну на самом деле тут очевидно, что надо сделать. Только надо бы успеть. Эй. Но Нязу так и есть. Они же вышли. Давай, давай, давай. Мандокчо
Орикунде. Да, все-таки оттуда я не успеваю тупо. Сработало. Рот — это действительно его слабое место. Блин, все-таки битвы с боссами тут действительно прикольные до сих пор. Так, красава, молодец. Ай! Ладно. Полегче, полегче. Я не проиграю. Хорош. Ты определенно нанес ему хорошее повреждение. Спасибо, стратег, за поддержку. Эй. Давай, давай. Че, не все? Теперь все. Заполучили новые запечатанные слова. Магия черная, обжорство называется как-то так, теперь доступно. Так, черное обжорство. Что оно делает? Давайте посмотрим. Поглощает вражеские магические пули. Ага. Можно увеличить эффект, если, собственно, задерживать кнопку и использовать заряд. Понятно. Да. Эта женщина уже мертва. Это, похоже, их мать. Она не была одна. Мужчина. Большая сумка. Оделась хорошо. Да и денег у них много. Зачем ей понадобилось все это в таком месте? Похоже, она намеревалась бросить своих детей и убежать с этим молодым парнем. Нет.
Чудо не случилось, как ты думал. Нас впереди ожидало. Ужасная правда. Что ты им скажешь? Да, ребят. А это... бутылка с... косметикой. Пахнет розами. Давай просто доставим это и... им. Типа как доказательство. Где мама? Ну, собственно, нам предлагают решить, как поступить. Первый вариант. Она отправилась на небесах. Второй вариант. Я не смог ее найти. Ну, короче. Жестокая правда или сладкая ложь. Но, с другой стороны, он будет сидеть дальше и ждать, и ждать, и ждать. И сами понимаете. Это еще хуже. Ну, я вижу, большинство в чате отвечает за первый вариант. Я лично тоже за него. Она отправилась на небеса. Ваша мать покинула этот мир и отправилась в другой. Лжешь! Я тебе не верю. Моя мать, она умерла одна. Ну, да, все в порядке. Я уже все понял. Скажи мне, мама, значит, умерла с тем, кого она любила? Да, там было два тела. Я рад. Почему? Потому что маме больше не придется беспокоиться о нас или расстраиваться из-за нас. Я думаю, что такой исход вполне радостный. Ты ее прощаешь? Ведь я ребенок своей матери. И она единственный близкий человек, что у меня была. Она моя единственная мать, так что... как иначе-то? Мы подобрали вот эту бутылку. Это пахнет хлебом мамы. Пахнет мамой. Это срань. Какого черта слезы образовались в моих глазах? Не плачь. Если мой брат увидит меня в таком состоянии, он... Срань. Надеюсь, что мы действительно хорошо поступили. Правильно поступили. Большое вам спасибо. Правда, от души. За все, что вы сделали. Похоже, что мы правильно поступили. Я уверен. Блин, что-то грустно. Вот так.
Как бы вроде бы маленькая история, но как-то зацепила. Пошли в деревню Утёса, где вроде снова демон появился. Там, возможно, мы сможем найти запечатанные слова. Хилки. И отлично. Так, значит, направляемся дальше в эту деревню. Там, где, собственно, Кайна тусит. Девятый левел. Ну, вполне. Нуар, так он уже это сделал ранее. Ты что, забыл? Ну, вообще-то можно, но пока что, я думаю, так сойдет. Так. А вот и наш кабанчик ждет, когда мы его завалим. А дальше ждет еще немного. Вы чё приперлись? Мы пришли помочь тебе. Будешь радоваться до слез потом. Да, я очень рада прямо. Так, вообще-то я хотел тут сохраниться, потом сделать перерыв и начать этот эпизод. Ну ладно. Откуда так внезапно тут так много демонов? Не знаю. В деревне тоже их полно. Пошли поможем. Вдруг мы найдем новые запечатанные слова. А вот и Кайна. Можно посмотреть поближе, ну вы поняли. Ублюдков еще магии нельзя бить. Как видите, вот эти красные сферы — это щиты. Так. Ну, Салар. Что там смотреть? Так, отлично. А, прекрасно, сейв сейчас даже недоступен. Ну, в любом случае, ребят, тогда здесь давайте сделаем небольшой перерыв и потом начнем следующий эпизод. Перерывчик 5 минут.